Всем доброго времени суток. Сегодня у нас к чаю творожный пирог кекс с изюмом и маком. Для пирога нам понадобится 3 стакана муки и 500 грамм творога, 2,5 стакана сахара и 200 грамм сливочного масла, 6 яиц, 1 стакан изюма, цедра 1 лимона, щепотка соли, чайная ложка пищевой соды и ванилин. Сверху для блеска мы помажем пирог яичным желтком и посыпем кунжутом либо маком. Если у вас мощный миксер, добавьте все ингредиенты, кроме пищевой соды и муки, и хорошо взбейте. А кто, как и я, пользуется ручным миксером, будем взбивать постепенно. Итак, взбиваем до однородной массы яйца, сахар и соль. Затем в эту массу постепенно добавляем творог. Лучше будет, если творог заранее измельчить блендером. Затем в эту массу мы добавляем цедру лимона и сливочное масло. В отдельную чашку просеиваем муку, добавляем ванилин и пищевую соду. Перемешиваем все до однородной массы и соединяем две миски. Перемешиваем и доводим это все до однородной пышной массы блендером или миксером. Добавляем стакан изюма либо орехов и снова хорошо перемешиваем. Наше тесто для пирога готово. Перемешиваем до однородной массы яичный желток и 1 чайную ложку молока. Затем смазываем им будущий пирог. А сверху посыпаем кунжутом либо маком. Пирог я выложила на противень, постеленный пергаментной бумагой, немного смазав бумагу сливочным маслом. Также эту массу можно выложить в форму для кекса, либо в любую другую форму для выпечки. Выпекаем при 180 градусах 40-45 минут. Пирог готов. Дадим ему немного остыть и поделим на порционные кусочки. Ставим чай и наслаждаемся вкусом. Приятного чаепития! За чашкой чая не забудьте поставить лайк. Всем пока! Берегите себя и будьте здоровы!